Близится пора отпусков, и магазин «Сувенир» не мог остаться в стороне. Поэтому для своих покупателей мы предлагаем огромный ассортимент различных обложек для документов, для паспортов, в общем-то, новой одежды, новый сезон. И сегодня в нашем видеообзоре я хочу вам показать замечательное изделие такой же замечательной компании из Белоруссии, Маккей. Это такая мультиобложка для документов, в том числе и для паспорта, сделанная мастерами этой компании из очень качественной кожи. Прям приятно держать это изделие в руках. Запах, соответственно, тоже. То есть понятно, что кожа очень качественная и сделано все очень качественно. Судя по декору, можно предположить, что эта обложка сделана для дам, в общем, для активных женщин, которые возят с собой все документы. В общем-то, я сейчас покажу вам, что здесь есть, то есть все вот эти вот кармашки. Здесь можно положить какие-то кредитные карты, здесь вот такие вот есть прозрачные файлы для того, чтобы поместить сюда права нового образца, права старого образца, какие-то еще документы, удостоверения, пропуски. В общем-то, достаточное место для всего этого. Плюс есть вот такой вот файл наполовину А4 формата, сюда можно положить или доверенность, или страховой полис, европротокол, в общем, что угодно. И есть отдельная обложка, вот такая вот для паспорта. Еще раз скажу, что изделие очень качественное. Вот здесь вот стоит печать компании Маккей. В общем-то, все, что делается в Беларуси, все делается качественно, включая вот такие вот обложки для документов из натуральной кожи. Заходите в магазин «Сувенир», следите за нашими витринами, за нашими новинками. Всегда найдете для себя что-то интересное.